стартовал всероссийский конкурс «Зеленый зачет». Проверить свою экологическую грамотность приглашают школьников с 8 по 11 классы, студентов 1 и 2 курсов вузов и учащихся колледжей. Конкурс пройдет в формате индивидуального онлайн-тестирования. Каждый участник ответит на 26 вопросов по профилю экология, который соответствует общеобразовательным предметам – химия, география и биология. Подведение итогов конкурса состоится 29 декабря. Победителей наградят дипломами, а старшеклассники получат еще и дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в Российский государственный геолого-разведочный университет. Конкурс «Зеленый зачет» проводится ежегодно. Его цель – развить интерес школьников к экологическим профессиям, к научно-исследовательской деятельности и охране природы. Для участия в конкурсе подай заявку и пройди тест до 24 декабря. Подробности смотри по ссылке в описании. Удачи!